Выбираем первый. No, oh, fuck! Это громко. Oh, fuck! Oh, God, no, this can't be broke. Here, let me get cartridge out. Мои уши. Минус уши, ребят. Oh, no, it's still not working. Oh, fuck! Fuck, what am I gonna do? Fuck! Господи. Вы сами просили громче. Я не виноват, ребят. Если у вас там минус уши, как и у меня, то... Ничего не могу сделать. I'm probably dead. That wouldn't be surprising. Everybody else is. There was some kind of apocalypse, and then all that was left was me. Well, most of me. All in all, you know, hasn't been so bad. Till yesterday. My favorite game cartridge finally broke. I think I'm gonna go out and make a friend. I'll have to go out there. Outside. Dangerous, twisted place with death, decay, and death mostly. But you know what? Imagine all the fun we'll have, me and my friend, you know? Collecting tumors, spitting teeth for distance. Hey, you know, if I do it right, repopulate the world. Won't be easy, but I have nothing left to lose, except my other eye. Oh well, fuck it! В общем, все, что он сказал, вначале он сказал о том, что вот у меня есть суперская игра, одна из моих любимых игр. Господи, давайте сделаем потише, а что-то у меня вообще минус уши были, когда я слушал, когда он что-то говорил. Давайте я на десятку поставлю и вас погромче сделаю. Вот так вот. В общем, его фаворитная игра, это игра под названием The End is Night. Как он сказал. И в итоге она типа сломалась, крашнулась, когда я умер. И типа он такой, ну ладно, типа придется... раз моя игра сломалась, придется найти мне моего какого-то друга. Но для того, чтобы найти друга, мне нужно выйти наружу, как он говорит. И говорит, наружу очень сильно ждет вас опасность какая-то. Но чтобы типа найти друга, придется выйти наружу. Так что давайте посмотрим, на что это на что это похоже. Так... Видите, вот такая вот игра, типа, знаете, на что похоже? На Гиш. Если вы играли в Гиш, то я думаю, вы понимаете, что это такое. Тек. Ага, мы должны собирать, типа, части этого чувака. Типа, если мы просто прыгнем, нажмем на пробел, то мы просто прыгнем. Если мы зажмем, то он прыгнет выше, окей. Не понял. А это что такое? О, это ты. Должно быть, ты чувствуешь себя хорошо. Или живым, лучше так сказать. Но это не все. В общем, когда ты умрешь, то ты типа... Короче, понятно. Здесь опять-таки обучалки будут определенные. Этот чувак нам должен был сказать, что мы можем липнуть к стенам. А именно к этим вот штукам. К непонятным штукам. Смотрите, он может прям за углы хвататься. Так это и есть от создателя мясного пацана. От Супер Мидбоя. Так, хватаемся за крюк, за крюк, за крюк и сюда. Нам нужно забрать всех этих части вот этих чувачков. И типа мы тем самым... Ай, как бы так сделать-то? Ай, о, успел. Фух. И тем самым мы типа создадим себе друга. Если можно это так назвать вообще. Оп. Ну, сложновато, кстати. Сложновато будет играть. Угу. Ну, понятно. Ах ты засранец, убежал от меня. Воу, это первая смерть. А давайте попробуем умереть еще раз. А, это не, нельзя этого чувака здесь. Прикольно. То есть, видите, здесь нужно еще высоту убирать. Тек делаем. Делаем так. Ах ты засранец. Вот так вот, все, отлично. Взяли еще часть. Оп. И как мне... Видимо, так. Оп. Смогу ли я допрыгнуть, интересно? Нет! Надо было вообще сначала взять этого чувака. Берем его. А, после смерти это не считается, окей. То есть, если вы берете... Блин, сложно. Сложно, однако. Как я могу тебя забыть? Ну вот как мне его достать? Вот как?
Просто мне нужно его достать. После этого вернуться на этот же крюк. Это вообще реально сделать? Окей, давайте попробуем здесь. Оп. Ага. Что-то, видимо, у нас будет очень много смертей. Я сделал это! Так, а теперь мне нужно, видимо... А я не знаю, куда нужно. Мы не можем до тут допрыгнуть или можем? Господи, давайте попробуем, кстати, сделать. Допрыгнуть. Допрыгнуть сначала. А, нет, можем, можем, можем. Это нужно как-то... я понял все. Смотрите. Вот. Вот так это все делается. Прикольно. То есть вы должны одновременно нажимать вправо и одновременно нажимать прыжок. Оп. Все, все понятно. Все, забрали. Эй! Фух, главное не упасть. Потому что придется заново. Ебой. Воу-воу-воу-воу-воу! Упс. 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 И упс. Ага. Я что-то сделал не так. Потому что мне нужно идти к тому чуваку слева. Или не нужно? А как мне до него добраться? Могу ли я сделать это так? Видимо, могу. Вот так вот как-нибудь. Блин, интересный вопрос. Ну, попробуем еще раз. Ой. Еще раз. Блин, возможно, возможно это сделать. Надо быстрее просто делать. То есть я хочу взять вот того чувачка, который летает вверху. Оп! Блин, я сделал это! Ну, упал. Есть. Отлично! Офигенно. Все, переходим. Как мне того внизу взять? Мы собираем части этого персонажа. Может быть... Блин, я не знаю как. У вас есть предположение? Может быть здесь как-нибудь надо? Ай. Эх. Надо просто не сильно прыгнуть, наверное. А, она еще и разваливается, окей. Да! Угадал, нифига себе. Ну, нифига себе. Ай. Отличненько. Но теперь я не смогу пройти. И что же мне делать? Если я сделаю так. Не угадал. Как-то нужно все-таки либо один блок оставить, либо еще что-то. То есть вот этого чувака я уже забрал. Все, мне не нужно уже его забирать. Мне нужно забрать того, который сверху. Не, пройти-то можно, в принципе, легко. Но проблема в том, что я хочу взять еще часть этого чувачка. Все, прошел. Ае-бой! Суперски. Здесь чувачок появляется через какое-то время. Нам нужно по таймингу все сделать. Ждем его. Или не через какое-то время, или он просто, когда мы там находимся, справа уже появляется. Ну давайте проверим. Просто будем стоять. Ну? И где же ты, засранец? Может быть, его что-то активирует? Прыжки? Странно. Стрим идет только начался, ребят. Стрим идет 15 минут. Ой. Я не знаю, что сделать для того, чтобы активировать этого засранца. Смотрите, мы сюда приходим, и он сразу падает. Вот что нужно сделать для того, чтобы его забрать? Вот как? Ладно, я не буду его подбирать, потому что я не знаю как. Возможно, нужно как-то по низу пройти. Упс. Но это не точно. Оп. В принципе, можно было наверх попробовать забраться. Да ладно, насрать. Мы целых 9 чуваков этих собрали. Я не знаю, для чего они нужны будут, но пока что... Пока что и не нужно узнавать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Офигеть. Прикольно. Они еще встают на место. Блин, а как вот этого засранца забрать? Никак, уже никак. Видимо, вначале нужно было как-то забирать.
Ну давайте попробуем забрать, я хочу. Я хочу попробовать хотя бы. Как-то, может, даже не попробовал. Воу! Да ладно! Вы это видели? А я хорош! Видите, попробовал и все-таки смог. Ага. Ага. Вот отсюда я смогу спрыгнуть, интересно? Да, смогу. Только почему-то я не ускорился. Во. А здесь ускоряться не надо, наоборот. А вот как тогда не ускоряться? Просто прыгнуть? Ага, здесь хитро, смотрите, как сделано. Нифига себе! Что это такая за... Нифига себе! Вы видели, как это сделано? Вот хитрецы! А как теперь прыгнуть? Отсюда во все-таки? Как думаете, отсюда я допрыгну? Точнее, не то чтобы допрыгну, допрыгнуть-то возможно я допрыгну. Мне интересно, не умру ли я после этого. Давайте попробуем. Делаем еще раз так. Забираем чувачка этого. Нашего хорошенького. Оп-оп-оп-оп. Да господи. Хорошо. А как дальше? А как дальше? Что-то для меня сейчас непонятно становится. То есть я должен это сделать, успеть? До того, как фигня эта отпустится? Это возможно вообще? Ладно, давайте попробуем. Да это ж невозможно, вы чё? Вы чё, алё? Это ж невозможно. Здесь вот так перепрыгнуть тоже невозможно. Этот блок начинает спускаться, когда мы доходим до сюда. Возможно, мы должны что-то другое сделать. А давайте попробуем, кстати. Вот так вот сделаем. Блин. Сложно. Зачем я это сделал? Мы можем здесь повиснуть, я не понимаю зачем, правда. Здесь что-то есть, какая-то фигня скрытая. Антиглифер шоу, что это? Я настолько в ваших глазах неадекватен, чтобы снимать такое. Не, в принципе, могу пройти. Но мне придется тогда оставить этого чувака. Вот что я не хочу делать. Не хочу оставлять этого чувака здесь. Я хочу забрать его. Видите, забрал. А что дальше? Мы, кстати, приседать можем. Наверное. А может быть, не можем. Давайте, есть предположение, куда надо идти. Оп. Оп. А, вот сюда можно. По гвоздикам. Не, здесь можно пройти. Я должен это сделать, успеть до того, как упадет вот эта вот штука. Платформа, которая упала на меня. Ладно, давайте просто пройдем. Без этой фигни. Ага, я же забыл совсем. Да господи, я понял. Ну так я могу пройти. Здесь какой-то ключик нужен. Интересно. А как пройти так, чтобы взять этого чувачка? Взять своего друга нового? Я не понимаю. Воу! Воу! Блин! Нифига себе! Сложноватенько. Вам не кажется? Ай! Ай-яй! Ай-яй-яй! Я застрял! Спасите кто-нибудь, я застрял. Что мне теперь делать? Ну я взял этого чувака, но смысла как бы от этого не особо нету. Особо нету. Оп. Оп. Ай-яй-яй, капелька оставалась. Это надо еще быстрее делать. Ой, господи, ты боже мой. Вы издеваетесь? Ну же. Оп! Отлично! Взяли еще этого чувака. Ай. Ой. Ай-ой-ой. Этот чувак уплыл, кстати, куда-то.
А мы сейчас знаете, что сделаем? Вот так можно его забрать. Или нельзя? А как тогда его забирать? Ну, засранец. Как мне тогда тебя забрать, засранец, ты такие? Видите, он плывет. Плывет сейчас вправо, влево, справа налево. Но никак я его не могу догнать. Да засранец. Ладно, давайте попробуем разогнаться. И... О, да, мы смогли сделать это. Все, супер. Блин, я думал, это невозможно. Здесь нужно быстренько все вот это вот делать. Оп. Ага, не угадал. Вот так вот. Эх, засранцы. Ладно, еще раз. Говно. Нет! А, капелька, вы видели? Застрял. Текс. Нужно успеть прыгнуть на этот блок. На этот блок, на этот блок, а потом туда. Ух, сложновато. Давайте пораньше это сделаем. Раз, два, три. Я застрял. Ух. От этой игры конкретно будет бомбить, кстати. Тихо. Оп. Эх. Надо на верхний блок все-таки прыгать. То есть все правильно я делаю, по сути. Супер. А, сразу два сломал. Ладно, попробуем. Не. На верхний надо. Без верхнего никак не пройдете. Все блоки сломал и туда еще запрыгнул. Эх. Да не, вы издеваетесь. Там же должен был допрыгнуть. До этого же допрыгнул. Стек. Тек. 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 Тек и тек. Отлично. Ту-ту-ту-ту-ту. Как до тебя допрыгнуть? Я понял, в принципе, как. Ага. Эта фигня еще падает. Окей. Сразу бы сказали бы мне. Ну, блин, это сложноватенько. Я, скорее всего, понял. Это вот так вот делается. Это надо еще... Блин, супер скилл надо иметь, чтобы сделать это. Вот, я понял, да-да. Все правильно делаю. Но это сложно. Что за фигня? Он не хочет прыгать так, как я хочу, чтобы он сделал. Ай. Я хочу отпрыгнуть вот от этого блока. Вот так вот, да! Первый раз получилось и сразу же зафейлился. Как можно так? Как так можно? Да что ты будешь делать, господи ты, боже мой? Видите, он не хочет. То есть, может быть, я просто что-то не нажимаю неправильно. Не, не падай, не падай! Как это сложно. Не знаю, либо Супер Мидбой был полегче, либо мне кажется. Ну честно, Супер Мидбой был покрасочнее, мне нравился больше. Не знаю, чем Эдмунду Макмиллану понравилась именно эта игра, но что-то мне нравится Супер Мидбой больше. Да, блин, все сломал. Либо я поздно нажимаю, либо еще что-то. Так. Это вообще реально сделать? Что-то мне кажется, что нифига. Какая-то жесть. Не могу я его взять. Уже тысячу раз попробовал. Ой.
отлично. Воу! А это что такое за существа летающие?